Доброе утро, дорогие зрители! Сегодня 14 марта, и с вами Камила Хакимуллина. Экватор недели предлагаю отметить душевно, а помогут вам в этом два замечательных концерта. Словно звездочка ночная, полутьме горит костер. Цыганская душа русского романса Леонсия Эрденко. Романсы в исполнении Леонсии – это старинная музыка в современной манере звучания вокала и инструментов. При этом в нем сохранен дух первозданных мелодий. Это песни сердца и любви, отражение истинно цыганского темперамента и эмоций. Открытие 6-го международного фестиваля «L'Arte dell'Arca». На фестиваль 2018 года приглашены Лея Джу, Родион Замуруев, Моника Лисковар, Денис Шаповалов, Никита Борисоглебский. В программе концерта, открывающего его, казанская премьера «Романс для скрипки с оркестром Свенсена», а также сочинение Мендельсона «Безе Шнитке Фролова». Они прозвучат в исполнении казанского камерного оркестра «Ля Примавера» и солистов Лея Джу из Великобритании и россиянина Родиона Замуруева. Какой же музыкальный намечается вечер, но это не все на сегодня. Поклонники театра тоже найдут себе в нашей рубрике один интересный спектакль. Отель «Вегас». Представьте, что в городе, где живет около 100 тысяч человек, открыт отель с громким названием «Вегас». Сотрудников здесь чуть больше, чем самих посетителей, а именно 6 человек. Шестеро прелестных девушек разного возраста трудятся в «Вегас» круглосуточно, и их размеренная жизнь течет своим чередом. Пока! Впрочем, приходите и увидите все сами. Конечно же, в Казани сегодня будет еще много всего, но самое интересное собрано в нашей рубрике, где каждый день вместе со мной вы сможете составить увлекательные планы на вечер. Пока-пока!